Я сейчас выступаю как врач-эксперт. Я хочу пару минут просто показать, что я вижу в историях болезни, которые у меня идут по всей, на проверку со всей страны. И затем, вероятно, вам будет понятно, почему мы уделили целый час тому, чтобы Анна Сергеевна рассказала нам всем все-таки, как нам нужно правильно писать диагноз и зачем это нужно. Итак, позвольте буквально схематично. Я прошу прощения. Итак, врач-эксперт заполняет экспертное заключение, в котором есть такая опция, как характеристика написанного вами диагноза основного, осложнения и сопутствующих заболеваний. Там есть такая опция. Дальше. Врач-эксперт вот проверяет вас, не страховая компания, пожалуйста, вас проверяет врач-эксперт. А врачом-экспертом является врач-специалист, имеющий высшее медицинское образование, свидетельство о аккредитации, стаж работы не менее 10 лет и плюс еще прошедшее обучение по экспертизе качества медицинской помощи. Не сотрудник страховой компании, а ваш коллега, знающий работу, будем так надеяться. Дальше. В этом году у нас вышел 231 новый Н-приказ по экспертизе качества медицинской помощи, где четко указано также, что экспертиза проводится врачом-экспертом, теперь уже включенным еще и в единый фонд. Итак, в конце этого приказа я рекомендую всем ознакомиться. Есть несколько листов по критериям, за которые эксперт наказывает проверяемую им клинику. Итак, в том числе установление неверного диагноза, не повлиявшее на состояние здоровья, приведшее к удлинению или укорочению сроков, приведшее к инвалидизации, приведшее к летальному исходу и так далее. И дальше в скобочках идет удержание, сколько денег, и дальше графа еще штраф, плюс еще накладывается. И еще есть опция в этих штрафах наличие расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов, например, обусловленное несоответствующим оснащением. Итак, вот такие диагнозы. Я понимаю, что мы пишем, переписываем, только, как вы видите, там указаны фамилии конкретные, и все это, слава богу, еще вклеено в историю болезни, которая пошла на проверку. Я это трактую как подделку документов, правда, если захочу, да? Если я, да. Дальше, например, мы пишем на одном и том же бланке: рак левой маточной трубы Т3А0, тра-та-та, есть гистологическое заключение серозная карцинома левой фаллопиевой трубы. Дальше в анамнезе мы пишем, что в 2015 году лечилась по поводу рака шейки матки. Я заблудилась, что мы лечим сейчас. В одном и том же на ВК представляем, подставили ВК. Центральный рак верхней доли левого легкого, гистологическое заключение, рак молочной железы. Что мы лечим, рак легкого или рак молочной железы? Вот эту выписку я много раз показывала. Там не указаны сроки введения бевацизумаба, а так как развелись перфорация кишечника, опухоли после операции, есть великий шанс сделать, что вы причинили вред пациентке. Здесь не указано, что анамнез о том, что пациентка пролечена уже. И я не понимаю, например, почему женщине сразу после операции назначен капицитабин в адъювантном режиме. На следующем бланке диспансерное наблюдение. Просто рак отдела толстой кишки, хирургическое лечение в 2017 году, сейчас рецидив в зоне анастомоза, заключение диспансерное наблюдение. Замечательно. То есть мы отказали в помощи пациенту. Но еще любимая фраза: рак молочной железы, летрозол до настоящего времени, а сейчас мы проводим химиотерапию. Вот это несколько таких примеров, где мы проводим химиотерапию. Я читаю как специалист, что мы проводим химиотерапию на фоне гормонотерапии. Хотя вы, скорее всего, просто забыли указать дату отмены гормонотерапии. Ну и вот из того, что я видела, наилучшие, мне кажется, диагнозы написаны четко. А то, что мы не пишем сопутствующие и осложнения в 99% случаев, я просто промолчу пока. Вот. А вот наиболее понравившиеся мне диагнозы того, что я видела пока из своей работы, где четко указан хороший диагноз основной, сопутствующие осложнения, а как на самом деле нужно правильно писать, нашему профессору дадим слово. Спасибо большое.